сказать, сегодня я играю, как сказать, с моими подписчиками. Закладку бомбы, вот, все мои подписчики. И вот, буду снимать с ними видос. Они очень хотели сниматься, и вот, будут сниматься, как сказать. Так. Ах, со спины ведь убил. Так, ладно. Давайте, Новый год. Надеюсь, ты выживешь, как и другой мой подписчик. Так, Новый год, давай. Верю в тебя, как сказать. Так, давай. Молодца, красава. Хоть одного уложил. Все хорошо. Берем. Ну что там? Гранаты все. Закупились. Так. Вот точно сейчас нет, никого нету там. Так мне без разницы сейчас. Я походу слепой. Ну ладно. Может в следующем раунде нам повезет. Ох, тупая моя ошибочка была. Флешку. Так, чё, я пойду на А. Всем. Так, в каком я месте? Я забыла эту карту просто. Я не знаю, в каком я месте сейчас. Это очень плохо. Подушка, ты чего? Что ты? Давай я тебе дай. Да? Самый маленький. Давай я тебе подниму. Вот так. Так. О, все, ура, мы выиграли. Сейчас разговаривал мой дедушка. Да, я сейчас в деревне нахожусь. И вот, он со мной сейчас разговаривал. Так, чё, ладно, это оставлю. Я думаю, все равно нормально будет. Так. Нет, ну ладно. Так, давайте бомбу разминируйте, пожалуйста, а то я слился. Да, это реально, все мои подписчики играют со мной вместе. Если хотите сыграть со мной, подписывайтесь на мой канал. Мой канал называется Семечка Стендофе, если что. Так. Надеюсь,
Новый год не будет сливаться. Очень надеялся. Ну ладно. А что с Новым годом? Походу он завис. То есть она. Давай с пулемета сейчас будем всех расстреливать. Так. В пиксель сейчас. Давай. Просто не даем ему пройти, выйти. Откуда он просто взялся со спин? Понятно. Маратик, походу, не Маратик. Давай М4 возьмем. Подписчик мне тоже написал, он сейчас со мной тоже играет. Вот он только что на меня подписался, молодец. Ух, сзади, да, норм, молодец, огурец. Так, мы проигрываем, нам надо выиграть. Ладно, ну как бы, ладно. Все на Б, террористы, наверное, там. А почему у меня не закладывают? Ой, у меня... Господи, у меня... У меня так лагает. Уф. Так, молодец. Вот этого подписчика я уважаю. Я тоже ура напишу, потому что ну как бы почему и нет. Вот весь мой ответ. Откуда он взялся? Я не понимаю. Походу, мои подписчики лучше, чем я играю. Ну, так-то да. Они лучше, чем я играю. Так. Там, что мой любимый подписчик делает? А что Новый год делает? Так, они вместе здесь идут. Молодцы, да, молодцы. О, кот, красавчик. Я за пропойду.
Уф, как же мне обидно за свой глупый поступок, не оглядевшись. Так. Давай. Кот, он, кстати, вообще самый лучший мой. Ну как самый лучший? Не самый лучший, все мои подписчики самые любимые. Самое лучшее. Ну вот кот, он очень, ну как сказать так, профессиональный по игре. У него даже голды больше, чем у меня. Так, снайперки это не мое, но попробуем 40 взять. Здесь у меня 40 получится. Я за котом, как сказать. О! Я же говорил им, 40 это не моё. Котейка, давай, я в тебя верю. Котейка. Очень хочу уметь стрелять с винтовки, прям очень хочу. Я вот видел ютуберов, там Веля, Кент, и они так мощно стреляют с винтовок, я также хочу научиться стрелять. Но почему-то не приучаюсь. И не научаюсь. Так. Ага, на А, все понятно. Все понятно. Надеюсь, мы выиграем. Ну, уже, наверное, нет. Так, ладно. Попробуем все-таки. Скажите, я тебя люблю. Очень классно, в кавычках. Нет, мы не выиграем, да. Мы, наверное, не выиграем. Очень надеюсь, что хоть один раунд мы затащим. Молодца, так, главное этого запустить, нет, молодца, хорош, Новый год прошедший, как, откуда и почему, понятно? Ну ладно. Короче, давайте всем пока. Жалко, но мы проиграли.
Если хочется со мной поиграть, то подписывайтесь на мой канал. Мой канал называется Семечка Стендофер. Всем пока!